парламентская ветвь власти, она утрачена в стране. И все процессы, которые сейчас происходят, включая тот же закон 56-55, это просто сворачивание децентрализации. Это просто обрезание возможностей и полномочий местной власти. Это делается с одной целью, с целью воровства и коррупции, все больше ничего. Давайте с вами разовьем эту тему. И самая большая коррупция не на местах. Самая большая коррупция в министерствах, вот там, наверху, киевских кабинетов. А не боитесь ли вы, что власть начнет вас ревновать? Люди сейчас не будут выяснять отношения внутри себя. Это очень правильно. Потому что если мы сейчас в разгар войны начнем внутри себя выяснять отношения, мы точно не победим русских. Народ воюет, проливает кровь и отдает жизни не для того, чтобы получить такое «Г». А на самом деле, за какую победу мы боремся? Я считаю, что вот добиться именно этой цели, выход к рубежам 91-го года, можно лишь в одном случае. Только в том случае, если умрет Путин.